Всем привет из горячей Испании. Посоветуйте, купить или не купить целую ногу хамона. В Испании, в каждом продуктовом магазине море хамона. Колбасы и мясо, сало иберийской свиньи. Ну, просто завались, как говорится. И вот думаю, переть целую ногу, 4-5 килограмм, как-то не так. Ну, будет видно. Дешевенький хамон быстро разбирают. Но так я наблюдаю, и целые ноги берут. Впереди рождественские праздники, Новый год. Ну так, будем посмотреть. Ставьте лайки. Вот отдел хамона Меркадоне, магазин. Какие цены? 50-24 разрезанные филейки. Ну вот так вот, целая нога 45 евро, 49, 30. Ну вот, разная красота. Так и хочется все съесть. Кровяная колбаса. Но ножи не продают.